Анонс и точная дата выхода 13 и 14 серии нового сериала «Клятва врача». 13 и 14 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 7 сентября. Напомним, по сюжету сериала в скорой медицинской помощи работает Тамара Лаврова. За время своей работы она не раз доказывала свой профессионализм и теперь по праву считается опытным врачом. В личной жизни у нее, казалось бы, тоже все беспечно. Любящий муж и дочь от первого брака. Но, как показало время, это счастье было иллюзорным. Ведь муж ввязался в долги, изменял ей и потом вовсе сбежал. Взятые мужем долги оказались под залог квартиры, в которой Тамара жила со своей дочерью. В одночасье, оставшись под угрозой выселения, Тамара ищет пути и обращается в то самое кредиторское агентство, которое грозится взыскать с нее долг. Она просит отсрочки и ослабления у Бурова, местного криминального авторитета. Буров, в свою очередь, предлагает ее оказывать неотложную медицинскую помощь в случаях, когда необходимо скрыть это от правоохранительных органов. У Тамары нет выхода, и поэтому она соглашается. Куда же приведет ее эта скользкая дорожка? Это мы узнаем уже в новых сериях сериала. Напомним, 13 и 14 серии сериала выйдут на телеканале «Украина» 7 сентября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.